столице Поморья скоро появится единая дежурная диспетчерская служба, а городской службы 004 больше не будет. Случится это в октябре. ЕДДС объединит службу 004 и систему вызова экстренных оперативных служб. Будет действовать один номер 112. Для архангелогородцев фактически ничего не поменяется, кроме номера телефона. В любой чрезвычайной ситуации нужно будет набирать 420-112. Напомним, ЕДДС уже не первый год функционирует в Северодвинске. Там организован пункт, куда поступают все звонки от очевидцев происшествий, сигнал спасателям или в скорую поступает оперативно и без сбоев. Там же находится и пункт наблюдения системы «Безопасный город» и радиационной обстановки в ближайшей местности. В архангельской школе номер 50 началась неделя перемен. Старшеклассники рисуют на стенах, танцуют и играют в театральных постановках, организовали и школьное радио. Петербургский арт-проект и его специалисты воодушевили учеников изменить стандартное школьное пространство. Насколько это у них получилось, расскажем далее.